Всем привет, друзья! Пришли в парк, в такое милое место. Очень клевая дочка, он уже учится ходить по канатам. Интересно, так натянуто. Сейчас я вам покажу эти канатики. Я так понимаю, что это для маленьких деток. Хотя, в принципе, не обязательно для маленьких. Я уже по них сам походил, да, по этим канатикам. Ну, давай, Ленька, попробуй пройдись. Давай. Смотрите, такие. Прикольненько получается. Они шевелятся. Смотрите. Они шевелятся. Джин-джин-джин-джин-джин. Вот на таких вот интересных штуках сделано. У нас можно в наших странах. Можно такое тоже придумать. Прикольно, да? Давай, еще иди. Ну да, оно получается шевелится. Оно не сверхшевелится. И за счет этого оно можно не пройтись. Да, вроде бы кажется, что легко, да. Оно за счет того, что двигается. Давай, Ленька. Давай. Вперед. Быстро, да, набирай скорость и в любую сторону выбирай, налево, направо, куда хочешь. Ай-яй-яй-яй-яй. Очень классно здесь место. Красивое, смотрите, здесь есть тоже поиграть можно в теннис. Здесь какие-то такие интересные штучки есть. Идем, Алинка, туда. А где мама? А мама сидит на. О, бабочка, ничего. Сейчас давайте я покажу вид здесь красивый. На Италию, можно даже так сказать. Здесь буквально мы поднялись в такой городок, что здесь видно Италию с высоты. Вот, смотрите. Прикольно. Вот снизу это уже Италия. Симпатичненько, да? Стройки здесь во всю катушку идет, краны. Алинка, идем, говорю, туда, на эту штуку. Ну, на пролезешь где-нибудь еще. Попробуем здесь походишь, идем. Мама, как всегда, сидит. Ну да. А вы вообще, друзья, ходите в каких-то парках, там, у кого есть дети, я думаю, в принципе, ходят. Вы любите такие вещи? Даже я люблю, если честно. Не, я думаю, что здесь тоже идти нужно. Это тоже, оно шевелится, получается, в разные стороны. Нужно равновесие как таковое. Ну да, здесь еще, в принципе, плюс держаться за трасса. Да, ну это как толстый-толстый канат. Толстющий канат. Так, уже вечер, конечно, уже качество видео может быть такое не супер кайфовое. Ух ты, смотри. Это мячик. Классно по новым местам походить. Я вообще здесь впервые. Самый-самый первый раз мы решили наш город немножко так обследовать. Хотя мы, в принципе, пришли уже в другой город. Мы живем в одном городе, а рядышком здесь большое количество других городов. Там вправо один город, влево другой город. Потому так вот по вечерам нужно будет так нам каждый день выходить. Наверное, ну, не каждый день, хотя там через каждые пару дней. Смотри, Ленька, кошка. И реально исследовать. Идем, подбежим, давай, кошки посмотрим. Идем, вон, кошка, давай. Идем, посмотрим, будет она тебя бояться или нет. Пошли. Конечно, будет. Будет, да? Ну, конечно. Идем, посмотрим. А, это вот это? Да. Так, стоять. Ну, тут стоит. Давайте, друзья, сейчас с вами посмотрим на швейцарскую кошечку. Она что-то вынюхивает. Она, скорее всего, какой-то... Она скажи, такая крупная довольно-таки. Алинка очень сильно любит кошек. Она подошла сама ко мне. Смотри, Алинка, у нее очень сильно шерсть линяет. Потом, ничего не знаю. Потом помоем руки. Ой-ой-ой, на себя смотри, на себя целый слой. А что так она линяет? Сейчас же лето. Вот так. Такой слой вообще выпадает шерсти. Аж пачка, да. Я думала, это камни, а это дерево. Да.
Это дерево, обычное дерево, стружка. А я еще думаю, зачем они камни там, где можно упасть? Алина, лезь на эту штуку. Я и хочу, только как вот тут залезть. Вон там лестница. Не, смотри. На лестницу, смотри, залазишь. Алина. Можешь сюда, можешь туда. Надеюсь, смотри. Пауков нет. Пауки тоже. Давай, выпрыгивай. Так, давай иди сюда вылезь, если тебе тут не нравится. Вот сюда тоже можно. Вот можно сюда. Ну можно сюда, можно туда, куда хочешь. Выбирай. Давай, давай, давай. О, Наташа, смотри, тут есть. Впервые я нашел вообще хоть какой-нибудь турник, да. Вообще нигде ни турников, ничего нет в Швейцарии. Ни брусьев, ни турников, одни проблемы. Да, если будешь вот тут лезть по этой лестнице. Вот, она висит, пошла. Тут не для тебя вообще. Подожди, дай. Леня, она тебя выдержит? Конечно. Алинка, отойди на всякий случай, вдруг упадет под папой. Фу, блин, комары тут летают. Алиночка, отойди. Пока папа не уйдет. А где камера? А, у мамы. Да, вообще нету ничего, где упражнения делать. Очень интересно. Давай, Алинка, отсюда лезь. Так меня не снимать. Хорошо, все. А будем уже, в принципе, заканчивать видео. У нас коротыши должны быть. Оно выше идет, но... Алинка, ты выше могла спокойно идти. Так, все, друзья, буду с вами прощаться, потому что я буду стараться делать там по 5, по 6, по 7 минут там максимальное видео. И нет интернета. Все, друзья, всем пока-пока. Подписываемся, ставим лайкосы, не забываем. Комаров много.